«Иннопром» даст импульс росту товарооборота Свердловской области и Турции и развитию новых сфер сотрудничества. Это высокотехнологичные отрасли промышленности, такие как машиностроение, глубокая лесопереработка, ядерная медицина, лазерные, нано- и IT-технологии, а также логистика, здравоохранение и образование, могут в ближайшем будущем стать темой общего партнерского диалога Свердловской области Российской Федерации и Турецкой Республики. Вопросы перспективных сфер и новых форм взаимодействия региона с Турцией, в том числе в свете 10-й международной промышленной выставки «Иннопром», партнером которой выступает эта страна, обсуждались на встрече губернатора Евгения Куйвашева с чрезвычайным полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации господином Мехметом Самсаром. Дипломат прибыл на Средний Урал с официальным визитом. Уважаемый господин посол, в этом году Турция является страной-партнером «Иннопрома», это крупнейшей промышленной выставки России, и уверен, что это станет новым стимулом для укрепления нашего партнерства и поможет турецким и уральским компаниям найти новые точки взаимодействия, послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами. В ответном слове посол отметил, что Турция придает большое значение участию в «Иннопроме» и надеется развивать сотрудничество с российскими регионами. В частности, Мехмет Самсар сказал, главы наших государств договорились об увеличении товарооборота до 100 миллиардов долларов и всестороннем развитии сотрудничества. Решить эту задачу мы можем только взаимодействуя с регионами. Сегодня в России работает порядка 1600 наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку «Иннопром». Свердловская область – это один из первых регионов, которые я посетил в России, и я уверен, что контакты после выставки станут регулярными, отметил дипломат. Он также сообщил, что на сегодняшний день принято решение. Официальный уровень турецкой стороны будет представлен на выставке «Иннопром» министром промышленности и технологий и министром торговли республики. Кроме этого, Турция планирует провести на платформе выставки заседание Российско-турецкого делового совета для решения и проработки практических задач сотрудничества. Посол также проинформировал губернатора, что в планах посольства проведение на площадке Екатеринбурга фестиваля турецкого кино, художественной выставки и музыкального концерта турецких исполнителей. Это проводится в рамках перекрестного года культуры и туризма России в Турции и Турции в России, которым объявлен 2019 год. Турция входит в число 20 крупных внешнеэкономических партнеров региона. По итогам 2018 года взаимный товарооборот составил 185 миллионов долларов США. Свердловская область экспортирует в Турцию металлы, изделия из древесины, продукцию машиностроительного комплекса. Из Турции импортируется преимущественно продовольственная и химическая продукция. Среди элементов инфраструктуры сотрудничества стоит назвать наличие регулярного прямого сообщения по маршруту Екатеринбург-Стамбул с силами турецких авиалиний, наличие офиса почетного консула Турции в Екатеринбурге, а также финансовой организации Международного кредит Европа-банка.